нас хаски! И как уже будет под названием видео, у меня сегодня новинка! И да, это не простая новинка, а новинка с посылки! Да! Короче, ко мне пришла посылка, и это очень даже хорошо. Да. Сейчас, вот эти пакетики. Я их положила вот с обратной стороны. Фу, они стоят. Я их положила с обратной стороны. На стороне мой адрес. Они не так много палит. Как это делать? Вдруг вы ко мне придете, будьте. Или какие-то воли придут, поэтому ладно. Чтобы никто не знал мой адрес, я положила с этой стороны. Ну что ж, ребята, давайте мы откроем эти две посылки. Эти два пэта. Итак, начнем мы с этой посылки. Сейчас. Откроем. Сейчас я нажму на паузу. И там у нас... А, вылазь. Я не знаю, конечно, кто там, но... Мы достанем. И тут у нас... Давайте мы его из этого пакетика. Я тронула дога. Я трогаю дога второй раз. Посмотрите, какой он. Первый раз я трогала дога на встречке. А сейчас у меня вот такой дог. Свой собственный. Я трогала двух догов на встречке. Да, у одной девочки. Наверное, у Агаты. Да. Так звали одну девочку, у которой были этих два дога. Или один. Ну, я не помню, конечно, сколько у меня было догов. Но я трогала догов. И вот у меня появился свой собственный дог. Итак, приступим к обзору. У него такие большие голубые глаза. Сам он такого кремового цвета. Кремового такого бежевого. Розовый, милый, нежный носик. Большие голубые глаза, как вы уже поняли. Пятнышко вокруг. Пятнышко вокруг глаза. Ушко правое, коричневое, грудка, кончики передних лапок, вот тут вот пятнышко, на спину, на боку, и хвост. Синяя надпись ЛПС, без магнита. Приступим к следующей посылке. Ой, я это открывала, это сейчас это. Блин. Прошел час, прошел век, прошло 10 уков. А, не, за несколько секунд я открыла эту посылку. И там у нас... Мопс! Мопсики! Вот такой вот милый мопс. Классный. Но только тут глаза немного бракованные, ничего страшного. Сам он такого коричневого цвета. Такие градиенты у него. У него здесь пятнышко на, ну, вокруг мордочки, ушки серые. И вот кончики задних лап. Ну и вот тут мордочки серые. Да. Глаза у него зелено-коричневые, как бы, да. И вот все мои новинки. Всем спасибо, дорогие мои друзья. И подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Это мой любимый. Все. Я его так обожаю. Все, я его так люблю.